вопрос. Минутка. А что нужно сделать для того, чтобы Беларусь стала процветающей страной? Ничего не надо делать. Ничего? Она не станет. Молодежь ставить во главе предприятий, которые будут заботиться о предприятиях, а не старых управленческих людей, которые еще коммунистически мыслят. Ну и немножко политического воспитания, наверное. Mm-hmm. Немножко, потому что у нас молодежь в последнее время смотрит только на Запад, хотя надо смотреть, в принципе, мы славяне, мы должны смотреть себе, нашу историю изучать, а не западную какую-то там, и думать о Западе. Я думаю, в первую очередь слушать вообще интересы людей и отвечать на них. А не игнорировать. Спасибо. Очень классно, что вы проводите такие опросы, это здорово. Ну, запретить мат, наверное, чтобы культурной страной более стала Беларусь. Мусорить на улице запретить, штраф налагать. Для того, чтобы она была процветающей, скорее всего, надо, чтобы для молодежи здесь были условия созданы. Чтобы работа была хорошая. А у нас как? У нас пенсионеры сидят. Угу. Дорогу молодым надо. У нас культура воспитания немножко хромает, не так, как на Западе. Ну, нужно начать работать, наверное. Всей стране. Все привыкли сидеть, наверное, на зарплатах каких-то голых и получать ее независимость от того, работает человек или нет. Я работаю, мне платят зарплату, а нужно делать так, чтобы я работаю, я получаю результат, я этот результат живу. И этим результатом доволен. Тогда будет все нормально. Интересный вопрос. Работать больше. Работать да, больше? Да, конечно. Ну как будет платить, так будет работать. Работать надо. Теперешняя молодежь не совсем привыкла физически работать. Они хотят все и сразу им. А такого не бывает. Работать всем. Быть честным. Главное. Mm-hmm. Да. Ко всем окружающим людям. Как на работе, так и вот на улице. Я думаю, что поменять мировоззрение граждан. Mm-hmm. А в чем проблема мировоззрения? Ну, быть более оптимистичнее, что ли. Простите, я тороплюсь. Менее замкнутые должны люди стать. Более мобильные. Особенно печально, когда люди хотят уезжать, а не строить будущее здесь. Да. Так как у нас нет никаких полезных ископаемых, в основном, не считая солей, единственное, за счет чего мы можем вырасти, это только интеллект. Это то, что есть в стране. Mm-hmm. Поэтому развивать... условно, сферу IT. Я думаю, прежде всего, управленческих кадров. Прежде всего, люди, которые могут принимать грамотные управленческие решения, которые имеют опыт, прежде всего, их не хватает. Нужно приглашать многие инвестиции, и чтобы китайская компания строила больше объектов. Да? Любить надо страну. Молодежь развивалась как-то. Да не знаю даже, на самом деле. Тяжелый вопрос. Трудно сказать. Не знаю. Мне кажется, все зависит от людей, чтобы люди были хорошие. Если от меня что-то будет зависеть, то я готова помочь и нести какой-то вклад. Начать ее любить и развивать. Я думаю, мало людей занимаются тем, что они любят. Mm-hmm. Поэтому из-за этого все проблемы. Не знаю. Все затрудняюсь. Даже не знаю, что вам сказать. Люби свою страну. Деревья цветут, процветают. Ну, как бы, что попросят, то и готов. Ну, короче, меняться в лучшую сторону самим, и будет все хорошо. Не знаю, что сделать. Парков там что-нибудь настроить, чтобы то он... Я предложил, но потом беда будет. Не знаю, я уже не верю. Не верите? А нет. Почему? Депрессия. Сезонная? Не знаю, просто... Какой-то кризис у всех, наверное, во всем. А что нужно сделать для того, чтобы этот кризис закончился? Вот вы же наверняка думали об этом. Я ничего не могу сделать. Да? Я нет. Я только сама за себя отвечаю. Для Беларуси ничего, только для себя. Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста.